Ребята, всем привет! Я сейчас иду в Фикспрайс и хочу посмотреть новинки, так как вчера мне не получилось это сделать, меня перебил Новый год. Сегодня я хочу посмотреть новинки не новогодние, а просто новинки октября. Так что, кому интересно, погнали! Я думала, здесь может какие-то фоторамки новые появились. Я видела, что появилась вообще фоторамка новая, но именно в этом Фикспрайсе я не могу такую найти фоторамочку. Не вижу ее. Но зато я здесь нашла вот такие вот, смотрите, большие альбомы. И еще есть, ой, какой цвет классный, смотрите, какой альбом, летний. Вот такие вот, в общем, альбомы по 200 рублей сейчас. Здесь 20 листов с магнитными листами, ничего себе. В общем, такие вот крутые альбомы. А, вот они. Вот, смотрите, вот такие вот фоторамки. Есть вот такая вот белая, есть такая вот нежно-голубая. Вот такие вот фоторамочки. Они тоже, кстати, стоят по 200 рублей. Вот такие вот светильники. Смотрите, кстати, кактуса раньше не было. Павлин был, а кактуса не было. О, еще вот такой вот тоже появился светильник. Тоже по 200 рублей. Они. Смотрите, что я нашла. Полка. Вот такой вот круг. Ничего себе, какая полка прикольная. Еще есть вот такая полочка квадратная. Вот такая вот интересная полка для интерьера комнаты. И еще есть вот такой квадрат. Мне круг больше нравится. Кстати, пишите вам, что больше нравится. И тоже стоит 200 рублей. И смотрите, такие вот декоративные подставки, велосипеды по 100 рублей не стоят. Вот такой розовенький и мятного цвета. Фрукты, есть груша, такая вот беленькая, розовая и мятная. И еще есть яблоко. Это груша. Вот она еще такое яблоко по 100 рублей. Классно. А это, кстати, мой ананас. Я вам его показывала недавно. У меня серебристый, вот здесь еще есть белый. Такие наушники стоят 200 рублей. Кстати, они остались последние. Разобрали все. А еще вот такие вот я розовые нашла. Смотрите, еще появились вот такие вот зонтики. Тоже, скорее всего, по 200 рублей, да. Стоят 200 рублей. И расцветочки разные. Есть две расцветки. Но они все синие. Давайте посмотрим. В общем, вот такой зонтик. А собирается он вот так. Ну, не знаю, мне кажется, он такой хлюпенький. Вообще хлюпенький-хлюпенький. Холдер для скидочных карт. Такие, кстати, классные. Смотрите, расцветки. Много разных расцветок. И все расцветки крутые. Мне прям все нравятся. Ой, смотрите, какой красивый цвет. Еще и овечка. Прям вообще классно. И есть вот такой вот побольше. Смотрите, здесь еще... Мы, кстати, зашли в отдел с канцелярией, и я взяла вот такие вот резиночки прозрачно-силиконовые. Я вспомнила, наконец-таки, что они мне нужны. И давайте посмотрим. Вот такие вот магнитные закладки есть с кошечками, с машинками. Опять кошечки. Вот такие вот с пожеланиями, с надписями. И вот такие вот еще перья есть. Тоже очень красиво. А, еще есть осенняя тематика. Классные закладки. Здесь 4 закладки. Смотрите, какая большая картина здесь в итоге получится. Гравюра. И еще скребок входит в набор. Здесь кто это? Кошечка. Видите, кошечка в итоге получится. Ой, слушайте, какое приятное качество блокнотов. Серый, вот такой вот красивый, очень персиковый такой цвет. Черный, очень розовый. Слушайте, таких раньше не было блокнотов. Очень приятное качество. По 100 рублей эти блокнотики. Здесь 72 листа. Вот такой вот есть мешок для смены обуви. Кстати, сделан типа кожа. Мне кажется, очень быстро потрескается все это. Но все же прикольненький. По 200 рублей. Ребята, посмотрите, какие я нашла здесь держатели для телефона. Поп-сокеты. Я, честно говоря, такого даже и не видела нигде. Есть вот такая кошечка, которая меняет цвет. Есть вот такой вот ананас разноцветный. Это выглядит вот так вот. И вот такие вот звезды, вот такая вот звездочка и единорог тоже меняют цвет. Слушайте, ну вообще классно. Я такого еще не видела нигде. Поп-сокеты стоят по 50 рублей. И кошечка, если перевернуть все блестки, в итоге получится синяя. Мне очень кошечка понравилась, прикольная. А еще, смотрите, здесь есть вот такое вот увеличительное стекло с подсветкой. Ну, мало ли, кому-то надо. Есть такое белое, розовое и зелененькое. А, еще черное есть.
Ребята, посмотрите, какие здесь еще появились шарфы. Вот такой вот серый есть, розовый с серым, и вот такой красный с черным. Кстати, они очень мягкие, как вата, но мне кажется, они очень быстро расползутся, не знаю. Как-то вот двоякое такое ощущение. Но они прям такие объемные, как вата. А еще, смотрите, появились вот такие вот колготки плотные. Розовенькие и серые. Именно в этом фикс-прайсе, может быть, есть еще и другие цвета, не знаю. Из еды, смотрите, я нашла вот такую вот новинку. Арахис в глазури кокосовой. Я такой еще не пробовала. Кто пробовал, пишите, вкусное или нет. И такой арахис в кокосе стоит сейчас по 25 рублей по акции. И есть еще вот такой вот арахис в хрустящей корочке. Вкусом сыра. Тоже по 25 рублей. Смотрите, еще такой вот сыр плавленый, хрустящий, со вкусом аджики. Ничего себе. Такие вот кружочки там будут. И стоит он 55 рублей. Я хочу попробовать его. Интересно, вкусно это будет или нет, не знаю. Еще, смотрите, есть вот такие вот появились подушечки, шпроты. Ржаные снеки. Не знаю, вкусно или нет. Цены тоже здесь нет. Я не могу вам сказать цены. Из кухонной принадлежности в фикс-прайсе появились вот такие вот скалки. Здесь силиконовая накладочка, а ручки просто пластмассовые. 200 рублей, и здесь разные цвета. Мне очень нравится вот этот персиковый цвет и мятный. Еще есть розовый, но розовый мне не очень, честно говоря, нравится. Еще, смотрите, здесь появились вот такие вот баночки по 77 рублей они. Очень красивый сиреневый цвет. Есть такой мятный цвет, зеленый, болотный. Зеленый мне вообще не нравится. И еще есть, ой, вот такая вот красненькая баночка. Так, а это что такое? Ух ты, смотрите. Это жерка 2 яруса, 200 рублей стоит. Мы такого плана покупали в Икее, только побольше. Ребята, посмотри, какой здесь зефир. Есть клубничный и, ой, еще вот такой вот суфле воздушное, пломбир. Ничего себе. Клубничная, наверное, будет очень вкусная. А посмотрите еще, какая пастила яблочная. А, классическая. Просто здесь яблоки нарисованы, я думала, яблочная. Нет, она классическая. 77 рублей стоит. В общем, вот такая вот классная какая-то пастила. Давайте посмотрим, как она выглядит. Смотрите, какая пастила. Как будто бы просто пышки какие-то бисквитные. Не знаю, кто пробовал, пишите, вкусная или нет. А еще я нашла крутой чай. Сейчас вам покажу. Вот такой вот, смотрите, чай Гуртис, новая какая-то видна серия. Два черных чая есть варианта и два зеленых с виноградом и просто с травами, с ромашкой. И есть вот такой вот с грейпфрутом и имбирем, и манго, и с апельсином, лаймом и грейпфрутом. Единственное, маленькие упаковочки, здесь всего 12 пакетиков, 12 пирамидок, и стоит этот чай 50 рублей. В фикс-прайсе появилось еще вот такое вот полотенце «Холодное сердце». Вот так вот оно выглядит, оно двухстороннее, и с другой стороны Эльза, только на белом фоне. Но, честно говоря, качество не очень мягкое, такое прям грубое, мне не очень нравится. Такое полотенце стоит 200 рублей. И еще есть вот такой вот, смотрите, плед двухсторонний, 200 рублей стоит. Здесь разные расцветки, есть красный, бежевый такой, фиолетовый, желтый, красный с белым, в общем, такое вот полотенце. Но качество тоже не очень хорошее, не знаю, мне не очень нравится. Ребята, смотрите, еще какие нашла батончики. Это было в полезной еде. Мультизлаковые конфеты. Вот какие-то батончики. Не знаю, мне кажется, это будет не очень вкусно. И стаканов здесь появились, смотрите, вот такие вот прозрачные стаканы. Кстати, очень легкие. Это большой плюс. Единственное, вот эта вот надпись очень сильно липнет. Прям вообще липнет к рукам. Надписи здесь разные. Стаканчики прозрачные, стоят 77 рублей. Вот такие вот стаканы. Во, это уже тяжелые стаканы, они стоят тоже по 77 рублей. Но они прям такие тяжеленькие уже. Еще есть вот такие вот, смотрите, стаканы. Тоже по 77 рублей. Здесь, мне кажется, все стаканы по 77 рублей. Золотые, серебряные. И еще есть вот такие вот розовенькие стаканчики. Смотрите, в этом фикс-прайсе есть еще вот такой вот цветокоробочки. И я такую коробку возьму. А еще, смотрите... Новый год продолжается. Я здесь еще нашла вот такие вот силиконовые формочки. Здесь пряничные домики. Но силиконовые формочки мне не нужны, поэтому их я брать не буду. А вот коробку возьму, мне очень понравился цвет. Здесь вот больше открыток новогодних. Они, кстати, по 27 рублей.
немножко отличается все-таки ассортимент. Снег, смотрите, здесь спрей. Кстати, многие спрашивали в комментариях, есть ли в фикс-прайсе снег, который водой нужно разбавлять, и в этом больше становится. Ну, я не знаю, я вот была уже в 3 фикс-прайсах, и ни в одном фикс-прайсе я такого снега не видела. Поэтому, скорее всего, нет. Еще смотрите, ой, вот такая вот есть веточка. А еще смотрите, вот такие вот копилочки. Эта копилочка собирать на путешествие. Эта копилочка на отпуск копить. И еще и смотрите, какая классная копилочка. Коплю на сумочку и туфельки. Кстати, неплохой вариант подарить вот такую вот копилочку на какой-то праздник и уже туда положить денежку. И еще есть вот такой вот увлажнитель. Стоит 200 рублей. Копилки, кстати, стоят по 100 рублей. И вот такой вот увлажнитель, по-моему, такого увлажнителя тоже не было. Смотрите. Он стоит 200 рублей. На этом мое видео подходит к концу, и всем пока-пока!